Добрый день, дамы и господа, а также мои юные любители фонариков. Сегодня у нас в гостях новинка от Феникса. Большущий, яркий, дальнобойный фонарище. Вот, ТК-75. Итак, что он из себя представляет? Достаточно крупная, но при этом не тяжелая конструкция. Прошу заметить, что руки у меня не маленькие. Он в них теряется местами. Вот, сделан достаточно качественно. Светодиоды расположены по центру. Пыли нет. Стекло фиолетовое с просветлением. На своем экземпляре я нашел несколько маленьких точечек на рефлекторе, которые вряд ли будут мешать фонарю светить ярко и ровно и создавать артефакты в том числе. Традиционно ТК-серии фонарик состоит из, собственно, головной части, кассеты батарейного отсека, корпуса батарейного отсека и крышки. Вот. Приглядимся ближе к каждой детали. Во всей серии ТК в последнее время вы видели, что стала присутствовать такая интересная деталь, как бетель из металла серого цвета, вот, с выемками, которые позволяют увидеть, если вы вдруг внезапно оставили фонарь включенным, что он включен. Вот. Все те же известные нам как по LD серии, так и по ТТК две кнопки. Кнопка включения и кнопка переключения режимов. Вот, контактная группа и аналогичная на кассете. Аккумулятор формата 18650, 4 штуки в кассету вставляются достаточно плотно. Что любопытно, также плюс подпружинен. Держится там плотно. Вообще абсолютно нету эффекта погремушки. Что характерно, вы видите, на кассете появилась выемка под палец, удобно извлекать, у кого есть ногти, у кого нету, тот пытается пальцами. На задней части кассеты есть аналогичная контактная группа в голове. Это сделано для того, чтобы вы, когда купите опциональный удлинитель батарейного отсека, вместе с корпусом вы можете удлинить фонарь, тем самым время его работы значительно увеличится. Вот. Что любопытно, я обратил внимание, что на крышке батарейного отсека нету пружины. Вот. Все. Кассета плотно удерживается за счет своей пружины. Она очень тугая, продавливается, вот, достаточно с большим усилием. Сейчас соберем обратно фонарь. Кстати, прокладки достаточно плотно, вот, позволяют закрутить корпус фонаря. И с тем усилием, с которым оно закручивается, можно быть уверенным, что, в общем-то, они обеспечивают определенную герметичность. Хорошо, обратил внимание, что смазанные резьбы. Вот, резьба здесь треугольного сечения. Так. Что мы видим? Фонарь включился. Цвет у него достаточно белый, не синюшный. Вот.
на таком расстоянии на максимуме рука ощутимо чувствует тепло. Вот при нажатии на кнопку переключения режимов и ее удержания в течение секунды включается строп. Накатка умеренно агрессивная, но при этом фонарь плотно удерживается в руке, что позволяет им манипулировать. Вот. В перчатке также удобно, как и в голой руке. Интуитивное переключение. Удерживать его любыми хватами достаточно удобно. Вот. Что еще любопытно? Вот это то, что в принципе контейнер под фонарь выполнен запасом. Вот. В него можно разместить зарядное устройство, в общем-то запасные аккумуляторы, шнурки. Вот. А также у него есть еще один вариант решения. Вот использовать его как диффузор. Вот поставив на стол, и это подсветить рассеянным светом. Ожидайте видео бимшотов и обзора. Спасибо, что смотрели. Всего доброго.